А это ответ на вопрос, что выросло из голубого бройлера с фабрики Смена. Смотрите, какая монстрюга выросла. Ну, Кирилл говорит, 8 кг тут живого веса есть. Это вот оставшиеся недоеденные две цветные бройлерицы. Их петуха мы съели. Ну, продали, точнее, на холодец. А это голубой бройлер старший. Младший умер, не пережил холодов зимних. Они у нас жили в теплице без обогрева, напоминаю. Вот что выросло из голубого бройлера фабрики Смена. Девочки несутся, вон, та снесла яичко, вот она снесла яичко. Вот мы надеемся, что это чудовище, может быть, будет топтать наших цветных. И, может быть, мы от него что-нибудь получим. Хотя, конечно, такая монстрюга, он размером с индюка. Это просто монстр. Огромный. Жарко ему. Сейчас я им открою теплицу, чтобы у них холодно было. Но все равно жарко. Посмотрите, насколько он больше куриц. Вдвое, наверное. Ну, посмотрим, вдруг что-то получится. Только недавно посадили. Будем собирать яйцо на инкубацию. Вот такой голубой бройлер. Видите, он вырос пестрым, а не голубым. Это тот, который вывелся из яйца, на котором было написано КОП 500. Вот так.